берем квадратный лист бумаги и складываем его вот так. Дальше ищем середину. Складывать не нужно, просто нужно отметить морщинкой такой, чтобы было видно, где у нас середина. Отлично. Можно карандашиком позначить чуть, чтобы было лучше видно. Теперь мы складываем каждую из сторон, ну, приблизительно где-то на 1/4, где-то так. С другой стороны делаем так же. Чтобы получилось одинаково, немножко такого прикладываем одну сторону к другой, чтобы было видно. Видите, немножко пометить нужно. Теперь складываем эту сторону. Придерживаем и проводим линию. Хорошо. Теперь, что мы делаем? Вот смотрите, вот так нужно каждую сторону немножко сложить вверх. Практически ровно, вот так, да. Складываем вверх. Придерживаем. Чтобы приблизительно одинаковое было, естественно. И складываем. Теперь нужно вверх сложить. Далеко так, глубоко вниз. Чтобы получилось оно такое продолговатое. Хорошо. Пошли к самому низу. Все, голова тигра готова. Теперь осталось только его раскрасить. Используем опять же свою фантазию. На канале постоянно и регулярно выкладываются разнообразные игры, игрушки, настольные игры, разнообразные поделки, оригами и нехитрые, но вкусные рецепты. Также предлагаю вам просмотреть выложенные мной ранее видео. Возможно, некоторые вас заинтересуют. По тематикам также можно их увидеть.
У меня только одна просьба, если не сложно, лайкните. Если понравилось видео, то присоедините, что придаст мне силы и оптимизма. Если нет, не жалейте. Угоняйте минус, это даст понять мне, что нужно искать лучшие идеи и делать лучшие видео.